Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет распаковка посылки с сайта Василек. Пришел он ко мне, на самом деле поступил на почтовое отделение 31 числа, но я уже не успела заехать получить, поэтому получила сразу после праздников. И хочу показать вам, что я там заказала, так что давайте посмотрим. Вот такой в этот раз не очень большой мешок ко мне пришел. Заказала все там, все самое нужное, все как всегда. Вот, сейчас распакую и вам покажу. Итак, давайте я начну с носков, потому что заказала снова как мужчинам, так и себе. Потому что, ну, носки это вообще такая вещь, которая после стирки куда-то убегают, мне кажется. Я себе в прошлый раз заказывала вот такие носочки а-ля следочки. И в этот раз я решила взять такие же тоже мужчинам, пока они есть. Носки классные, очень. За счет вот этой вот, сзади вот такая, видите, на пяточке идет резиночка, они очень хорошо держатся. И очень классно будет одевать летом под какие-то кеды или кроссовки, потому что вот эти торчащие носки я обычно не люблю. У меня, кстати, муж еще в таком ходит дома. Вот я заказала, значит, в упаковке идет 6 штук, но я заказала 12 штук, чтобы племешу хочу отдать 6 штук и 6 штук моему мужу. Вот они идут в упаковке серые, белые и черные. Также взяла себе вот такие носочки. Они в упаковке идут 6 пар, ну, то есть там приобретается упаковка, не поштучно. Идут черные, синенькие и вот такие красные. Эти, ну, как синенькие, голубенькие, да? Эти носочки обычные, тоненькие, хлопковые. Ну, вот видите, 80 хлопок, 15 полиамид, 5 лайкра. Вообще, в Василке очень классные носочки, они очень долго служат, что у моих детей, что у меня, мне очень они нравятся, видите, с компрессионным эффектом, вообще нам, девочкам, очень полезно такие, вот, я как раз взяла тоже тоненькие, потому что у нас морозов нет, и я как-то набрала теплых носков, а вот обычных тоненьких у меня все меньше и меньше становится с каждой стиркой, а мальчишкам с моим, смотрите, какая коробочка, девочки, это носочки, смотрите, какая красота, просто супер. Вот в такой коробочке, коробочку, наверное, тоже у меня мальчишки заберут. И здесь идут вот такие носочки. Я не знаю, у меня младший тоже очень хотел, но младшему, наверное, будут велики они. Но он очень хотел себе такие носочки. Они идут просто обычные, коротенькие, вот с такими чудиками. Чудиками. Здесь идут 5 пар вот таких вот. Ну, классные носочки, смотрите, какие. И они идут коротенькие. Я вам все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе, а цены пропишу, наверное, в комментариях. Так будет удобнее. Кому интересно будет, те посмотрят. Но носочки вот эти просто классные. Сейчас мальчишкам своим всем раздам. Всем по носкам. Так, дальше себе я взяла вот такую туничку, 42 размер, видите, 100% хлопок, просто обычная, слушайте, на сайте она стоила 200, по-моему, с чем-то рублей, около 300, я подумала, что для дома мне как раз вот там убираться, готовить сейчас самое оно, так как, я еще раз повторюсь, у нас холодов нет, поэтому супер, здесь идут кармашки и еще вот такой поясок, но я, скорее всего, без пояска просто ее буду носить. Вот, но все равно тоже классная, просто обычная такая, самая простая, черно-белая. Я ее померю, тоже покажу, как она смотрится на мне. Но это вот просто самая простенькая такая. Видите, внизу еще идет такая резиночка. На удивление, кстати, за такую цену вообще все швы, видите, ровненькие, все ровненько сделано. Она просто сейчас помятая ко мне пришла. Кармашки, в общем, обычная такая, немножечко слегка она приталенная, вот. Так что супер. Вот эта туничка. Слушайте, мне вообще очень нравится, очень классно. Единственное, что вот этот поясок, он мне 100% будет мешать, и я его куда-нибудь потеряю. Я планирую вот так ходить. Без пояска просто. Слушайте, очень классно. Даже на лето, мне кажется, где-то ходить очень здорово. Но я буду ходить дома. И стоил он что-то в районе 300 рублей. Я вам подпишу в комментариях все цены. Мне кажется, очень симпатично получился. Для дома так вообще супер. Как вам? Напишите. Так, еще для дома тоже я себе взяла, это я 100% буду носить дома, ну, потому что иногда хочется как-то принарядиться более-менее дома. Значит, тоже 42 размер, 100% хлопок, но это прямо такое, знаете, очень такая приятная, немножко шелковистая ткань. Это платьице, сзади идут вот такие пуговки красные, ой, красные, господи, беленькие. Здесь идет...
ну, такой как пояс, и он идет вот такое солнышко, тоже померю, покажу на себе, с сердечками. Это я тоже взяла для дома. Так, а это у нас идет на таких кнопочках сзади, то есть тоже расстегивается, тоже буду ходить. Вот, ну, взяла черный цвет, она черная получается с белыми сердечками, чтобы, ну, так, не сильно марка было, и при этом было более-менее нарядненько. Вот такое платьице у меня еще. И вот это платьишко. Смотрите, девочки, какое прикольное. У меня 42 размер. Скажу сразу, видите, оно такое не сильно, как сказать, не в обтяжку мне сидит, очень классно. То есть, получается, идет размер в размер где-то. Вот. Сзади вот так. Очень миленько платьице. Мужу моему очень понравилось. Темненько такое, но я планирую ходить в нем дома. Вот. Потому что дома тоже надо быть красивой. Ну, очень. Оно приятное такое тело, немножко как даже такое шелковистое, как, не знаю, как вискоза, что ли. Немножечко просвечивает, конечно, чуть-чуть совсем. Вот, но так оно очень классное. Я прям тоже советую. Тоже оно стоило рублей 500, что ли, или 600. Я цены вам подпишу в комментариях. Вот такое вот классное платьице у меня. Видите, оно какое. Мне очень оно нравится. Прям вообще класс. И еще, девочки, я себе взяла вот такой халатик. На самом деле, давно я очень давно на него смотрю. Но он был в розовом цвете, в ярко-розовом. А тут появился вот в таком беленьком. Ну, как беленьком, это такой молочный цвет. Идет, видите, он такой как плюшевый. Не знаю, что-то все как-то меня останавливало. А тут думаю, ну, перед Новым годом надо себе взять. Значит, взяла я тоже 42 размер. Видите, хлопок 100% идет. Здесь идет вот такой воротничок, он идет на запах, и вот такие вот штучки у него также по рукавам они идут. Но мне он показался очень симпатичным, и при этом он такой мягенький, девочки, вообще классно. Помните, я еще заказывала розовый хлопковый такой халат, который как вафельный. Он у меня всего чуть-чуть подсел и тоже очень комфортный. Вот поэтому решила взять себе еще вот такой халатик симпатичный. Сейчас тоже померю, покажу, как он смотрится. Но он прям мягчайший, мягчайший. И здесь идет еще вот так на запах. Ну, обычно как халатики, да, делаются. Тут вот дырочка такая. Слушайте, ну класс. Класс вообще. Мне он так нравится. Такой мягенький. Прямо супер. Итак, вот мой халатик. Девочки, он прикольный. Я так понимаю, что завязывать его надо сзади. Вот так вот он на мне выглядит. По мне так вообще супер. Слушайте, мне так нравится вообще. Классный. Ну, завязочки вот сюда уже не затянутся. Вот они вот так вот. Видите, получается. Поэтому я их завязала сзади. Здесь такой кармашек. И вот эти штучки. И он такой мягкий, девочки, такой классный. Вообще, я очень советую. Смотрите. Ну и миленький, на мой взгляд. Мне нравится. Я вообще люблю всякие тапочки, халатики, домашнюю одежду. Ну, потому что большую часть времени все равно провожу дома. И хочется тоже дома выглядеть нарядненько. Видите, на нем еще такой, как рисунок выбит. Слушайте, ну мне очень нравится. Мужу тоже, кстати, понравилось. Сказал, в моем стиле. Так что советую вам. Очень симпатично. И мне еще нравится, что он такой, ну, как бы не будет ничего распахиваться вот здесь. Вот тоже очень классно. Так, ну, а здесь у меня постельное белье. Во-первых, вот такая простыня на резинке. Я взяла это нам с мужем. Она идет трикотажная. Я, кстати, впервые беру такие простыни, но говорят, что в Васильке именно они очень-очень классные по качеству. Я взяла вот такую беленькую. Это трикотажная, да, и причем она, вот видите, 200 на 200 на 20, что такое 20, не знаю, наверное, толщина идет у него, но я вам ссылочку оставлю, посмотрите, 100% хлопок, сейчас я ее тоже постираю, и, кстати, я сегодня постираю, застелю все завтра, наверное, уже, и вам покажу. Так, и вот комплект постельного белья, значит, тоже просто на резинке. Кстати, комплектом получается, ну, практически так же, как просто вы берете комплект, да, так как у нас с мужем такая нестандартная, скажем так, кровать, то нам самое оно. Вот просто на резинке у меня размер 200 на 200. Взяла пододеяльник евро, получается 200 на 215 большой. Это все у меня поплин.
И второй пододеяльник, потому что у нас с мужем разное одеяло. И, ну, я не знаю, мы так всю жизнь не спим, нам очень комфортно. А, тоже полутораспальный. Кстати, полутораспальное одеяло это у моего мужа, а у меня двухспальное одеяло. Вот так вот. Вот. Вот такое взяла. И наволочки. У нас подушки 50 на 70, поэтому я... И у нас, кстати, с ней три подушки, поэтому я взяла три наволочки. Вот я вытащила одну наволочку. Кстати, я очень люблю вот такой вот рисунок. Это как-то огурцы, по-моему, называются. Это наволочка 50 на 70. Вот за что я люблю поплин? За то, что он такой мягкий, но при этом очень плотный. То есть не как бязь идет, видите? Очень классно по качеству. Мне нравится вообще постельное белье ивановского трикотажа вообще. Оно и недорогое, и при этом... Ниточка, это просто ниточка. И при этом очень качественно. От стирок не теряет ни цвет, ни форму, ничего. Ну, в общем, я сейчас все брошу постирать. Все вот это постельное белье. Застелю уже, наверное, завтра. И покажу вам, как оно выглядит. Итак, вот, девочки, смотрите. Я уже постирала постельное белье. Вот, я его, правда, не гладила. Честно в этом признаюсь. Постирала, застелила. И вот так вот оно выглядит, смотрите. Так, вот у меня два одеяла, вот такие подушки получаются. Ничего нигде не села, ничего нигде не закрасила, стирала в обычном режиме стирки. Сколько там, 40 градусов, 800 оборотов, ну где-то вот так вот. Я обычно всегда стираю постельное белье при таком режиме, там час 19, что-то такое у меня стирается. Вот это просто на резинке, вот. И получается пододеяльники с одной стороны вот такой, а с другой стороны вот такой. Вот, мне кажется, очень здорово. На мой взгляд, прям очень симпатично. Такое серенькое, посмотрите, какое классно. И вот этот цвет, он не чисто белый получается, а он такой немножко сероватый. Вот, но мне очень нравится. И качество очень классно. Вот смотрите, я, с учетом того, что я постирала, оно прям даже не сильно мятое. То есть вот где вот у меня, видимо, висело, там сильно и помялось. И оно такое... Прям шуршащее, но при этом мягенькое очень. Очень классное постельное белье. Мне понравилось. Вот таким комплектом, у кого тоже там нестандартное, мне кажется, вообще супер. Теперь надо будет еще одно мне такое же, какой-нибудь другой расцветки только взять. Так что вот такой вот у меня был заказик с сайта Василек. Очень вам советую. Девочки, мне так понравилось вот это платье. Вообще обалдеть. Но оно, получается, идет размер в размер. И... Ну, что-то больше мерит, что-то мало мерит. Вот мужская одежда вся мало мерит. А вот это вот платье вообще самое оно. Моим мальчикам очень понравилось, так что я вам тоже советую. Не забывайте, ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. А цены, наверное, пропишу в комментариях. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!